Всем привет! Как обычно, путешествуем по Виктории. Проголодались. Я вот прям в трак-бет, чтобы было видно. Получается, машина, трак-бет и моя горелочка. Варю кашу. Она, правда, шумит сильно, вот эта горелочка. Ну, прям возле океана. Вот как попало. Где проголодался, там и остановился. Тоже тот же феномен Виктории. Вот там везде дождь идет, там дальше дождь идет. А у нас в Виктории сухо. Кстати, эта каша называется кинва. Она, короче, три разных сорта. Там белая, коричневая, черная. О, если будет видно. Сейчас, она как раз быстро варится. Блин. Тут у меня все время с собой есть запасы. Вот тут мой ножик. У меня даже газ есть обычный. И целая куча разных каш. Вот. Это чтобы мыши не погрызли. Вот в таких стеклянных пузыречках ношу. Вон, даже гречка есть. И все. Вот так остановился. И вперед. Фу, кстати, вообще круто. Вот там, если будет видно, автобус стоит. И у него там печка. Сейчас пойду посмотрю, что там. Прямо на дороге. Что далеко ходить? Кстати, вот как местные дети купаются, сразу приучаются к этому, к серфингу с детства. У них специальные костюмы, плюс 10 градусов тепла, ну вода где-то плюс 8, и все. Да, вот, все тот же пляж, уже вечереет, и сейчас покажу, как случайно мы попали вот в такое место. Сауна на колесах. У нас там мы стояли в траке, готовили еду. Я еще оттуда говорил, вот что тут такое. А тут, оказывается, сауна на колесах. Вот они топят. Вот там, если будет видно, ну там не видно, конечно. А ну-ка. И люди парятся. Я уже покупался в океане. Вот я полностью голый. Сейчас пойду еще.